Всем привет! Я нашла лазеечку, где можно посмотреть за Василисой. Как раз ее тренер что-то снимает, тянет. Молодец, старается. Вот у нее одна нога, видишь, как это? Вот это какая-то левая. Левая лучше. Холодно? Это минус 12. К зубному везут. К зубному. Пойдем. Ой, какая красота. Но мне уже достаточно. Вот я денек полюбовалась. Можно весну, пожалуйста? А еще лучше лето. Нет, весну. Надо машину чистить. Подождите, сейчас я ее почищу. Где Варя? Куда она пропала? Вон она бежит. О, мы тут что, колеса возили же, я забыла. Они отпускают. Да, как вы поедете? Так. Все замерзло. Дизайн, ну вы что, так неудобно. Можно я? Что ты? Оп. Дай. На, чисть, я пока сиденье подниму. А, подожди, ты сначала вот эту с дверок смахни, чтоб я дверь открыла. Ну вот здесь, ага. Вот здесь, дай, сними. Ага. Только не царапай, пожалуйста, щеточкой. Подожди. Ма, я так поеду. Садись. Сейчас я то еще подниму. Нет, Василис, так не надо садиться, я тебе еще раз говорю. Ты так не поднимешь. Сюда перелезь в бок, только потом поднять сможешь. Хватит сил-то? Нет, я сейчас помогу тебе. Нет, у того у меня сил нет. Давай с той стороны еще почисть мне дверку заднюю, чтобы я там открыла. Вот ворота открыла. Аккуратней. Поздаем, я чувствую, к стоматологу. Немножко забыли, что у нас на дворе зима. Все. И подарочки. А заколки у меня уже на голове. Ну вот. А у меня синенькие. Стоило мне нервы трепать 2 недели? Скажи мне, пожалуйста. Смотри. Стоило или нет? Стоило. Стоило? Спасибо. Вот, вот, вот. Зубик с кровяткой. Ой, где? Сейчас они у тебя в снег упадут. Все. У нас, смотрите, построили огромный глобус. Вот он. Блин, как показать-то? В общем, вот он, это все. Вот-вот от начала до конца. Это вот все, что светится, вывески. Это огромный торговый центр. Там вот справа Декатлон. Леруа Мерлен, Глобус, короче, огромный-огромный торговый центр. И мы сейчас заезжали туда первый раз, очень удобно вообще. То есть, ну, здесь даже можно пешком. И такое все классное. Я, ну, Глобусов вообще много по Москве, я не знаю, есть они в других городах. Мы ни разу там не были. Мы сейчас первый раз съездили. Купили фиолетовую цветную капусту. Когда Варя увидела, ее даже затрясло. Вот, еще мы там видели какую-то желтую цветную капусту, такую оранжевого прям цвета. Брокколи свежающие, сейчас девчонкам буду делать на суп. Говядину. В общем, нам очень понравился магазин. Ну, мы так по мелочи прошлись, всякие фрукты, овощи купили. Вот, сейчас как раз вот у Вари день рождения, очень прикольно там закупиться. Касается елки. Есть какой-то такой бывает момент, когда ты понимаешь то, что все, вот это мне надо. И я говорю, я сомневалась, долго наряжать в этом году елку или нет.
Потом в Фикс Прайс наткнулся на такие вот игрушки. Первое, что я видела, это пузель и лисичка. Вот. И решила, что елка будет у меня стоять в этом году. Кстати, на игрушки почему-то в каждом Фикс Прайсе разная цена. В Москве у нас они стоят. Я не могу сказать точно, но вот где они стоят, стоит ценник 199 рублей. И я долго-долго ходила, думала, брать, не брать, ну, как бы по 200 рублей давать за одну игрушку. Вот, а потом на даче заехала тоже в Фикс Прайс. Подошла на кассу, спросила, говорю, сколько они стоят? Что это? По 55 рублей. А в другом магазине по 77. Так что странно. В общем, купила я вот такие по 55. И купила еще одну вот такую вот макушку. Прикольную. С пингвином. Так что елку буду ставить. Будет она такая у нас в ретро-стиле. О, а это у меня тут макет для новогодней поделки. Вот эти вот картонные штуковины заказывала на Вайлдберрисе. Так прикольно сделано все. Ой, сейчас подвезу. То есть настолько все четко и очень просто собирается, без клея, без ножниц. Прям все эти детальки легко очень выдавливаются. Вот такая вот церквушка. Ну, это я просто пока поставила. Такой вот домик. А в домике даже внутри все сделано. Ну, то есть стены там, видите, прям на стенах что-то висит. Сейчас, что там еще с другой стороны? Месяц. Может быть, месяц это проверить? Ой, это словарное слово или что Алиса говорит? А, да, словарное. Но Алиса говорит, что типа нет. Классный. Ну, если нету, значит, это словарный. Посмотри в учебнике на последней странице. Я буду. И вот такой вот... А, я помню. К нему этот... Чего не фокусируется? Как он называется? Сарайчик. И даже колодец маленький. Это вот все было в одном. Колодец мне не очень нравится, если честно. Прям очень маленький. Непонятно вообще, что это такое. Вот. И буду делать. Я купила вообще вот такую вот штучку. Думала, сюда это у меня все вместе, потому что на сайте домик мне показался вообще крохотным. И церковь тоже. Но поскольку церковь получилась большая, у меня сюда влезает только церковь. Ну, если вот делать там как бы снежок, я думала, и в такой корзиночке прям принести. Места не хватит. И теперь мне нужно как-то вот думать, как это все оформить. О, будет такая деревенька. Процесс создания идет полным ходом. Но очень долго. Я обычно делала раньше такие вот заборчики на пластилин. Тут у меня пластилина не было, пришлось на горячий клей. Все приходится держать, потому что, ну, пока он не застынет, эти все колышки заваливаются. Вот. Так, примерно все будет. Сейчас ватой обклею. Посмотрим, здесь горка. Вот этот чувак на санках. Где-то здесь. В общем, мы утеплились, у нас что-то сегодня прям резкий будет, резко температура опустится. Ну еще бы в таком комбинезоне, мне бы тоже жарко было. Вчера был 0, а сегодня к вечеру обещают минус 12. Сейчас еще даже стало плохо на тренировке, на гимнастике. Забирала ее после первого часа. Ну, видимо, то ли давление, то ли из-за погоды. Идем за Варей.
идти на горку. Варенька, 9 лет. Куда едешь? Мы закупаемся на день рождения сладостями. Короче, начались холода, и мне даже неохота снимать. Лежим, как сурки, целыми днями. Спим, лежим, сидим, спим, лежим. Да, дочь? Доехала? Вылезай. Пойдем дальше. Так, я буду, наверное, заканчивать, а то опять у меня влог растянется на очень-очень долгое время. Короче, у меня давно была идея расшить вот этот купальник. Ну, даже не для выступления, а просто... Думаю, чего таланту пропадать? Хотелось не попробовать, а вдруг я смогу сама шить купальники потом в дальнейшем, потому что стоят они ого-го для гимнастики. Вот, а тут нам воспитатель сегодня сказала, то, что Василиса будет выступать, значит, ну, какой-то там конкурс, в общем, какое-то видео нужно снять, где она выступит в роли гимнастки. Вот, и я решила, что сделаю ей красивый купальник, купила такие вот пайетки, камушки, стразики купила. Правда, не знаю, когда мне это все успеть за выходные сделать. Сегодня у нас гости, завтра у нас гости. Еще гимнастика завтра утром. Вот, в общем, в перерывах буду творить. Если интересно, пишите, буду показывать тогда уже в следующем влоге. Вот, а сама побежала сейчас за Варей, за Василисой. Где мой мальчик? Скажи пока, пока, скажи своим ножом холодным, мокрым. Все, всем пока.